Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в городе Беслан, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек. Память об этой трагедии живет в сердцах славянцев. В нашем крае, как и по всей стране, слаженно работает антитеррористическая система. Постоянно совершенствуются меры безопасности социально значимых объектов. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. Но необходимо помнить, что безопасность зависит и от нас с вами. Обо всем этом не забывают студенты, приглашенные в Северный парк. Была проведена благотворительная акция «Твори добро». Волонтеры изготавливали белых бумажных журавликов в знак памяти о тех, кто погиб во время бесланской трагедии. Молодым людям рассказали о наших соотечественниках, погибших от рук террористов. Все собравшиеся почтили их память минутой молчания. Каждый год проводим такие памятные мероприятия для того, чтобы напомнить нашим юным жителям и вообще жителям Славянского района о том, что экстремизм и терроризм – это огромное зло. Мы против этого. Мы за мир, мы за добро и за справедливость. Мы проводим такие памятные мероприятия для того, чтобы студенты с этим соприкоснулись и всегда были против этого. И у них в голове формировались правильные взгляды на дружбу, на взаимопомощь, на взаимовыручку. Затем была проведена трогательная и волнующая акция «Свеча памяти». Ее участники выложили из горящих свечей слова «Славянск помнит». На самом деле день очень волнующий и очень много переживаний и эмоций по этому поводу. Сегодня в честь этого события, в честь памяти этого события мы зажгли огонь памяти. И, ну, на самом деле меня это волнует не меньше всей страны. И мы хотим донести до молодежи то, что нужно помнить о таких значимых событиях и стараться избегать терроризма и экстремизма в стране. К сожалению, в истории нашей страны были и другие трагические происшествия. Чужого горя не бывает, и оно отзывается болью в сердце каждого, кто умеет сопереживать. Нужно обязательно помнить об этом ради достижения главной цели, чтобы в нашем обществе всегда царил мир. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».